Мне кажется, что территория опережающего развития – это очень неплохие проекты. Другой разговор, насколько грамотно они будут реализованы. Потому что, понятно, там существует масса препятствий, начиная от территориальности, заканчивая от всех тех ошибок и всех тех там, подводных камней, которые мы уже проходили когда-то. Я думаю, что сегодня будут привлекаться просто гораздо большие силы с точки зрения экспертной позиции, с точки зрения проектирования всего этого. То есть на нулевом этапе это будет гораздо больше сил потрачено для того, чтобы потом сократить издержки. Но мне кажется, что обладая всем этим ресурсом, не использовать это, конечно, нельзя. Поэтому я думаю, что сам проект, он очень перспективный.